В праздник Крещения Господня традиционные купания прошли по всему Севастополю. Не исключением стала и бухта Казачья. Воды здесь осветили накануне вечером после службы в храме святителя Филиппа. Тогда же в них успели окунуться первые верующие. Купания в специально оборудованном месте продолжились и 19 января. Мороз и снег не стали препятствием для севастопольцев, которые под присмотром сотрудников местного управления МЧС один за другим погружались в холодные воды, чтобы укрепить свое тело и дух. 12-й год купаюсь, мне очень нравится, ну и держу традицию. И как самочувствие после такого? Замечательно. Вообще ни разу не болел даже. Прекрасное ощущение. А часто купаетесь? Купалась часто. Всю зиму купалась. И лето полностью год. Каждый год не изменяем традициям. И как самочувствие? Отличное. Вышел как святой. Согласно народному поверью, освященные воды смывают с человека все накопившиеся грехи. Поэтому многие православные год за годом участвуют в обряде омовения. А чтобы он проходил безопасно, накануне праздников севастопольские купели очищают от мусора и острых предметов, поблизости оборудуют палатки для обогрева, а на берегу весь день дежурят спасатели.